Привет, друзья! Всем в ожидании финальной монеты из серии «Области Украины», но заказывать мы будем уже утром. А сейчас про сувенирный буклет областей. Информация о том, что будет выходить сувенирный буклет областей, у меня была еще летом. Я знал, что дизайнеры НБУ готовят его. Конечно, это отличная возможность порадовать нумизматов, ну да и заработать денег. Но сегодня, еще до выхода буклета, я расскажу, какой он будет и покажу его. В согнутом положении сувенирный буклет будет иметь размеры 30 см на 27. Вот так, как вы видите сейчас на своем экране. Будет коробка для упаковки. Вот я показываю ее прямо сейчас. И сам альбом, он будет открываться вот так. Альбом будет из картона, а внутри будут находиться футляры для монет. Сама коробка будет толще, чем буклет, но тоже из картона. И вся эта красота будет запаковываться в полиэтиленовый пакет. И будет вкладыш для защиты монет от повреждений. Монеты будут размещаться в капсулы, и я думаю, будет довольно плотно. Если вы хотите быть всегда в курсе самых свежих новостей, обязательно подпишитесь на канал. Как только мы наберем 15 тысяч, я разыграю вот такой вот буклет для монет 1 гривна, уже с монетами. Условия смотрите вот в этом ролике. Оставляйте комментарии, напишите, что вы думаете про новый буклет областей Украины. И, конечно, пробуем заказать монету. Спасибо всем, кто посмотрел, оставляйте лайки. До скорого. Всем пока.